привет, с вами Валдис, и в сегодняшнем видео у тебя есть огромная возможность узнать, от чего моя любимая стала мокренькая. Не переключайся и смотри. И в сегодняшнем видео я и моя любимая устроили баттл между собой, выяснив, кто же среди нас самый смешной на первый взгляд. Для этого нам потребовалось просто две кружки воды, ну и хорошее настроение. Что же из этого вышло, вы увидите далее. Так что не переключайтесь, досмотрите это видео до конца. Раз, два, попытка номер два. Я победил. А первый раз ты делал? Первый раз ты, конечно. Попытка номер три. Все, ребят, получается, я проиграл в сегодняшнем челлендже, так скажем, батле, челлендж, батл, хоть как. Вот, что хочется сказать. Играйте почаще со своими вторыми половинками, и все у вас в жизни будет очень замечательно. Тебя обхарка дает. Сегодняшний вечер пошел немножечко веселее, чем обычный. Вот такой смешной батл у нас получился. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, если хотите больше таких батлов. Ну а вы были на канале Валдис Лайф, с вами был я, Валдис, всем пока!